Данный проект будет интересен абсолютно всем из вас, потому что в первую очередь он работает с сектором B2C. Что такое UDS Game? В первую очередь это собственное мобильное приложение предпринимателя, включающее в себя систему лояльности индивидуальную, маркетинговые инструменты по управлению персоналом, по коммуникациям со своими лояльными клиентами. Также включает оно в себя статистику и аналитику. Я могу посмотреть все потребительские предпочтения, делать ранжирование всех своих клиентов и смотреть все их покупки и статистику. А также этот инструмент включает в себя обратную связь в виде двусторонних коммуникаций с клиентами, что очень важно на сегодняшний день. То есть я, находясь, скажем так, за границей, могу, в принципе, видеть, как оценивают качество и сервис мои клиенты, что немаловажно в условиях кризиса. Потому что мы не можем контролировать 100% бизнес, находясь, скажем так, в кафе, да? Соответственно, в условиях жесткой конкуренции нам нужно понимать, соответствуем ли мы рынку, да? Как работает наш персонал, что о нас думают наши клиенты. Следующий мой слайд посвящен вопросам, какие, скажем так, основные задачи решает наше приложение. В первую очередь мы сокращаем затраты на рекламу и маркетинг. Потому что мы можем огромные, колоссальные деньги потратить на рекламу, на маркетинг, но какой клиент придет, мы не знаем, да? Мы оцифровали в первую очередь свою клиентскую базу лояльных клиентов, и благодаря оцифровке, скажем так, мы оцифровали сарафанное радио благодаря QR-кодам. То есть мы еще и позволяем увеличить клиентскую базу благодаря сарафанному радио, что немаловажно. При правильном использовании нашего инструмента мы увеличиваем прибыль предпринимателя в условиях даже кризиса на 15-25%, что немаловажно. Дальше. Мы сделали свою CRM-систему. Мы интегрировали систему учета с такими, скажем так, системами учета, как 1С, AirKeeper и Айка. У нас сейчас появилась еще система Трактир. Дальше. Мы сделали инструмент мотивационный персонала и сделали специальные программы. И более того, из любой точки мира я могу контролировать, как работает мой персонал. Как он работает, какой мне товарооборот приносит и что думают о нем мои клиенты. Помимо этого, мы имеем аналитику и статистику клиентов. То есть мы теперь можем видеть полностью, в принципе, ранжируем все это по определенным показателям. На сегодняшний день у нашего продукта нет конкурентов на рынке. Нет, таким полным функционалом их нет. Мы инвестировали в проект более 8 миллионов долларов. У нас собственные сервера, у нас собственные мощности. Мы сотрудничаем с такими компаниями, как Cisco, GoRack, Hewlett-Packard, IBM и Amazon. Итак, с 1 января 2017 года компания Amazon будет размещать наш логотип UDS Game как лучший кейс 2016 года на уровне с Касперским. Вау. У нас собственные серверы в Новой Зеландии, в США, и в ближайшее время мы будем покупать еще один сервис во Франкфурте. На сегодняшний день мы ищем не только, скажем так, инвесторов, да, но мы ищем партнеров для развития компании. Поэтому для того, чтобы... Ну, скажу так еще, да, мы уже успешны, мы уникальны, мы уже узнаваемы, и мы уже признаны такими компаниями, как Alcatel и Amazon. Поэтому для того, чтобы разделить успех и прибыль нашей компании, необходимо всего инвестировать от 5000 долларов. Наша команда состоит из IT-разработчиков более 50 человек. Основной наш штат базируется в Казани, но у нас есть ряд разработчиков, которые работают на аутсорсинге в США и в Азии. И последний, самый интересный слайд, наверное, кто следит за капитализацией компаний разных, да, все вы знаете, что капитализация IT-компаний на сегодняшний день выше нефтегазового сектора, и мы стремимся к тому, чтобы через 2-3 года наша компания стоила миллиарды долларов. Да, и на сегодняшний день нашу компанию оценивают уже в 300 миллионов долларов, я думаю, что через тройку лет мы уже будем на уровне триллиона.